Поэтому я сказала, что они были в корзине все это время. Подожди, Тиффани. О, эта грыза служит двойного лайка. Не смей лайкать эту фотографию, даже не думай об этом. Черт! Прости, детка, прости. Увидимся за ужином. Окей. Каждая девушка такая. Малыш, пожалуйста, давай не тут. Почему? Я не боюсь показать свои чувства к своему мужчине, где бы мы ни были. Каждая девушка такая. Эй, любимая, ты не видела? Ты свои часы снова на столе оставил. Спасибо, я на работу опять опаздываю. Не волнуйся, я сделала тебе обед, собрала все, что тебе нужно на работу, постирала все твои грязные вещи и... вот твой завтрак. Что бы я без тебя делал? Каждая? Нет, ты первая. Такое. Дорогая, я дома. Малыш? Малыш? Где ты? Малыш! О нет! О нет! Я никогда себе не готовил. Я никогда не убирался. Да я не знаю, как работает плита. И все остальное. Что я без нее буду делать? Я же умру! Что ты делаешь на полу? Малышка, ты дома? А где ты была? Я ходила в магазин, нужно было купить еды и мыло. А. Апельсин, супер! Люблю тебя, дорогая. Пока. Пока. Господи Иисусе. Каждый день в надежде, что она не попросит сделать ей предложение. Так... Он даже встать не мог. Вообще. И потом. Да, он прям такой. Такой прекрасный вечер. Я люблю тебя, Киша. Я тоже люблю тебя, Бобби. Не трогай мои волосы. Ты такой милый. Каждый смайлик поцелует такой. Наконец-то мы расстались. Теперь я смогу немного отдохнуть и заняться собой. Пока что никаких отношений. О боже, Эмили, привет. Послушай, я знаю, что у нас были очень странные отношения последние пару лет, но... нам надо поговорить. Эмили? Давно не виделись. Наверное, полгода. О боже, я так скучал по тебе. Эмили? А я чё-то случайно тебя увидел. Я еще подумал, ты... Эмили, да ладно, как ты? Может быть, сходим куда-нибудь вечерком? Я так давно тебя не видел. О, мой бог! Какая девушка такая? Знаешь, что это? Хелена Миррен. Неплохо. Неплохо. О, блин, Рикки, твоя тёлка идёт. Ребят. Привет. Ты готова ехать? Сам знаешь. Женщина, как ты могла докатиться до таких, как Рик? Ты же знаешь, что есть лучше. Потому что у него огромный, массивный, необъемный мозг. Это отличный ответ. Да чтоб тебе! Рик! Нет, я не это имела в виду. Вот ты никогда меня не слушаешь. Еще как слушаю. Ну, тогда тебе на меня просто наплевать. Знаешь что, если такие дела, Дэмиан, может нам взять в отношениях перерыв? Ладно. И куда ты собрался? Ты только что сама сказала, что нам нужен перерыв. Я не могу поверить, что ты вот просто так сейчас берешь и от меня уходишь. Как ты вообще можешь так поступать? Ты только что сама сказала. Ох, извините. А знаешь что? Иди! Просто иди, раз так, Дэмиан! Ладно. Ты что, серьезно уходишь? Да! Потому что это и есть перерыв в отношениях, и ты только что сказала, что нам нужно взять перерыв в отношениях, Ким! И? И нам не нужен перерыв! Нужно быть просто разумными, господи, черт подери! Как я, блядь, люблю тебя! Каждая девушка такая.
Перевел Александр Лютиков, озвучил Антон Дмитрий Мальтера. Не забудь добавить видео к себе, а так вступай в нашу группу Smosh ВКонтакте vk.com/smosh. Ссылки есть в описании под этим видео. Ага.